Ей хотелось ходить по морям и исследовать дальние края. Первая профессия Светланы Кистановой – техник-гидролог. Но судьба распорядилась иначе. После развала Советского Союза пришлось искать профессию более приземленную. Стала экономистом. Второе образование уже экономическое. Тут уже выбор, понимаешь, что нужна работа, которая приносит, скажем так, деньги и то, что нужно в данный момент в отрасли. Работает в спортивной школе Одинцова с момента ее основания. Вот уже 16 лет на ее хрупких плечах не только инструктаж сотрудников и тренеров. Пожарная безопасность, да, соответственно. То есть антитеррор, понимая, что у нас проходимость школы все-таки большая, она в разных местах находится. То есть мы каждый раз инструктируем тренеров о том, что, ну, стараемся, хоть, может, родители обижаются порой, но не допускать родителей в тренировочный процесс, потому что мы не знаем, родитель это или посторонний человек, и с какими мыслями и помыслами он приходит на тренировочное занятие. Работа ответственная и занимает много времени. Однако быть рядом со спортсменами, признается Светлана, одно удовольствие. Море позитива, море энергетики положительной. И приходя на тренировочные занятия к детям, ты видишь вот эту вот отдачу их, да, и дети стараются тренеров не подвести. Знаете, это дорогого стоит. Дорого в школе ей все. Дети Светланы Кистановой также выросли в ее стенах. Все свои мечты, планы и надежды реализуют вместе с дружным коллективом. И надеются, что так будет всегда.